Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приглашаю вас на фестиваль. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы направляемся в Мцхету, где в воскресенье 8 октября проходил один из дней фестиваля вина, проводимого на этой неделе в Грузии. Фестиваль будет проходить с 7 по 15 октября и охватит 23 города страны. В Мцхете фестиваль проводился на территории Театрони парка, где мы сейчас окажемся. Немножко хочу вам рассказать об этом месте. Кто давно смотрит мой канал, то, наверное, часто видел, что я показываю с этого места иногда видео. Но вот эти дети сейчас это не имеют отношения к фестивалю. Винные дни – это сюда приезжают школьники из других районов на экскурсию в Мцхету, а потом устраивают здесь пикник. Так как день был воскресенье, то поэтому детей было очень много. Вообще, это заброшенное с советских времен туристическое место – и на холме крепость Бебрицихи. В Театроне парке даже удивительно видеть здесь столько много людей. Там типа дегустации винные. Вы смотрите, как здесь красиво, какая целая ярмарка, как много людей. Здесь кто-то готовит из кабачков. Вот здесь разные вина, можно их дегустировать. Представлены разные компании. Вот здесь чача разная. Вот цмияни ликюри асвеши. 20 лет вверх. Вино дегустируют бесплатно, но почти везде вино красное. Вот смотрите, у всех стоит красное, но только цели. Тут уже что-то, какие-то коньяки. Вечером здесь будет концерт. Вчера было в Тбилиси. Но в Тбилиси я не попала, потому что не могла найти расписание фестиваля. Здесь опять производство местных ремесленников. Сумки. Смотрите, какая сумка интересная. Тут красивые. Так, вот Facebook и Instagram этих сумок и декоративных досок на кухне. А здесь мед продают. Касинчес вашима. Ромели упро моецонат. Рав, ორივე სისკელას. Мы сами с касинчет.
Здесь разные сладости. Вкусненькие. Можно пробовать. Да. Чача с этим. А, чача с грейпфрутом. Столы прямо стоят. Можно брать что-то и съесть. А здесь лаваши и выпечка. О, прямо здесь печется. Да. Это тоны. Переносной. Даже деревянная бочка. Чачу варят. Прямо там она сейчас кипит. Вину ассигнату, чача, разница. Вину. Вину салат. Вот здесь течет. Чиха туга, вот такая гемуна. Приправы разные. Это чурчхелла жидкая, жидкая. Здесь вино, чурчхелла. Это очередь за шашлыком. Ой, все против солнца. Вообще, на сегодня 23 градуса, очень тепло. А это что, сало? Или сыр? Не понимаю. Да, здесь сыр всех сортов. Так, написано, что Сакартвело, Хвинес, там что было. Грузия, родина вина. Смотрите, какой красивый уголочек. Осенний. Разогрев музыкантов.
Посмотрите, здесь сохранились советские качели, они до сих пор хорошо функционируют и их постоянно подкрашивают. Кто помнит из детства такие качельки? Смотрите, какая собака, как конь. А вот и конь белый. Смотрите, какие щеночки. Здесь рождаются, они всегда живут здесь. Рождаются следующие, тоже здесь живут. Вот так был организован и проходил винный день в Мцхете. Но что я заметила, что вина было представлено гораздо меньше, чем было представлено остальных продуктов. И шашлык готовили только в одном месте, но мы посмотрели, если отстоишь в такой очереди, то, по-моему, пропадет все настроение от увиденного. Сейчас проезжаем главный фонтан Мцхеты. У меня на канале накануне этого видео вышло видео как раз по улицам Мцхеты. Кто не смотрел, то посмотрите, ссылку я оставлю. Сейчас мы проезжаем мимо ресторана Салобио, который находится немного не доезжая до Мцхеты. Недавно они праздновали юбилей в прошлом году, 55 лет ресторану. Ну и до настоящего времени это место популярно. Сегодняшнее видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!